Проверка сотрудников полиции не закончилась. 14 ноября они накрыли еще один нелегальный бизнес. Учиться нужно на чужих ошибках, но не все это понимают. Сотрудники полиции не раз проводили антиалкогольные рейды. И каждый раз результат один и тот же. Очередная проверка лишила одно увеселительное заведение нашего города более 40 бутылок алкоголя. Как выяснилось при проверке, на продажу алкоголя лицензия-то есть, а вот документов на сам алкоголь в баре не оказалось. На вопрос, где документы и чей алкоголь, бармен пояснила, что этот алкоголь принадлежит ей, и продавала она его в этом заведении для своего дополнительного заработка. А раз алкоголь ее, то и штраф выписали на имя бармена. Но на этом находки полиции не закончились. Заглянув в комнату, расположенную за баром, сотрудники полиции обнаружили небольшой лотерейный кабинет. Со скрытой дверью прятались игровые аппараты. Работники же заведения сказали, что они и знать не знали, и ведать не ведали, что там находится. Как и полагается, все имущество было изъято до дальнейших выяснений. На сегодняшний момент убытки от изъятого алкоголя для кафе составили более 15 000 рублей, плюс штраф для желавшего заработать бармена.